Участники 44-дневной войны в Карабахе провели акцию перед зданием Минобороны Армении. Протестующие сообщили журналистам, что им пока не вернули военные билеты и нигде не упоминается факт их участия в боевых действиях, передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. Один из участников акции Ваграм Хачатрян в беседе с журналистами ответил, что через военный комиссариат Егварда отправился в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях со 2 октября по 18 ноября. «Я воевал в Мартуни все это время. Прошло уже 3 месяца с момента окончания войны, но мне не вернули военный билет и не выдали никаких документов, подтверждающих, что я участвовал в войне. По закону мы должны получить деньги для участия в войне. Но я ничего пока не получал», – сказал Хачатрян, добавив, что после возвращения с войны у него начались проблемы со зрением. Хотя лечение было бесплатным, но он потратил много денег на лекарства. Другой участник акции отметил, что ему вернули военный билет, но в нем не указано, что он принимал участие в войне. «Наши имена нигде не зарегистрированы. Никто не берет на себя ответственности за все это», – сказал он. Позже митингующие пообщались с представителями Минобороны. Они им посоветовали обратиться по поводу военных билетов в Центральный военный комиссариат Армении.